Внеплановый ремонт. Городские власти обещают в ближайшее время привести в порядок мост через реку Увать по улице Суворова. В настоящее время потенциально опасная дыра в перильном ограждении лишь замотана полосатым скотчем. Согласитесь, слабая защита от возможных несчастных случаев. Управлением благоустройства выдана заявка задания подрядной организации. И в течение 2 дней мы восстановим перильное ограждение. Необходимо отметить, что в этом году мы приведем еще 2 моста в порядок. Это мост через реку Увать по улице Смирнова и путепровод, который сейчас находится в аварийном состоянии.